Давай бахтала манусалам. Мада обращение туме деромалы. По поводу объяснения, когда видел камеру шеву снял, палакадеру мюри, а до машину. Состы его снял, когда видел. Мы это мне сейчас объясним. Когда сосу субботу, калакадеру мюри распенда, а когда в саваре, когда грязнее лава, мешун делатором. Вот. После этого мне позвонила сразу же калатидей. Мне позвонила калатидей, где-то минуты 2-3 был нормальный разговор, все, латидей со сушоки, вот, разволновалась фарты, было очень сильное волнение, так как у меня, так и у нее. Валикай прожили минут 10, звонит латидей уже совсем с другим настроением. Давайте кушал мернешавес, давайте кушал ман, давай угрозы мадите шел, ракле, халавде, кто попало. Там такие уже были слова, что дальше уже некуда. Даже вплоть до того, что она поругала моим мертвым отцом меня. Ни за что не прошел. Начала ты думал, примерно, что вола напичкала тереща драбенца. Начала ты думал, что попало, примерно, что вол перманды. О, а что не манушали, пожалуйста, куда со мной не пхнул. Палакада, примерно, что вол зля, когда видео. Когда видео было снято, да когда уже сам одес, кала мела відвезли, кала теребіба. Куда свой пенда дочер, куда вы пенда и ады машина. Манушалы, ты мерами, ты надикамы пестили семья. Если хоть кто-то давил на нее, или какое-то давление было, или еще что-то, никола ти вас-то напекелась, никола намарилась, никола ти не савихимотом и натерлась. Манушалы, подумайте, это 23 года му хлопцеви. Неужели волка саудило, ка если вола ты умарил, ты терла ти гимотомы, ты терла ти попетей вас-то, так далее и прочее. Вол бы злалась бы по видео, когда все. Он бы снимал бы ее на видео? Подумайте сами, люди добрые. Или что мой сын такое сделал, то, что они утверждают, вот эти люди. Зря причины. Говорят, что мы еще вот тогда, когда свои проблемы, когда бы я тости. Неужели Меландер дубкала теребиба? Меландер дубкала теребиба, если бы когда ты вел кацал. Ну, Меландер дым, потому что мы не сами... Вена полапесты не чувствовала, ни полапеску шаву, ни полапесты не сами вена не чувствовала. Мы еще дым, когда я лава, просто-напросто мы сосу шоки. Но мы солаха дыма де кандири манушалы. И мы можем шеты солаха, в сарту мы пенена. Сарту мы тики пенена, когда мы солаха, и мы мушаву. Когда никого пальцоса не трону. Когда мы не сами гимотомы латина террасас. Не сами васта никого напекелас. Не сами драба лати никого наделас. А мы де сас бари солах палахада. Мы тут меди шеек, я повторяю, и подчеркую. Подумайте, манушалы. То мы взрослые мануша, подумайте. Саво, когда треба делу муж ставил, когда ты домарелло, ты теряла эти гемотомы, ты пекла эти васта и ты злила по видео. И мы тут мангавас, и до прошлого видео, и до когда видео мангавас тут мен. Поэтому мы, пожалуйста, ты обратите внимание, пила теря васта, пила кумуй, пила состояние. Она все говорила адекватно, вполне, полностью все адекватно разговаривала, так как нормальный человек. Да, она не спала, где-то 4 или 5 ночей. Но меня могла ты пала в соласа. Ну, соласа сас, вы задумывалась. Вы фарты будь задумывалась. Вы замыкалась дерпесты. Вы постоянно полапести дей пущелась. Когда сас? Манушал, когда мы не можете пенавкай, мануш сас неадекватно. Вы все дела думал вполне. Кадя сас три. Мы не утверждаем, когда чечимус, ромалы. Ты мерами, ты надикамы пести семья, мы солахов ты мені. Мы не утверждаем, когда чечимус, че когда начечимус. Мы нажинал. Меня женал, че когда че чему чина, ну факт тому, ка мы шундем, ка вы когда начал, ты думал. Когда начеки мы шундем, когда шундай, и у племенника мерну, и пенмерни, и в ромерну шундай, в шаво мерну шундай, мы шундем, когда и саври лава свой дела с дума. Понимаете? Мы думаю, кай каждо ромаи жули поступила бы примерно там, каде же. После этих слов она сказала бы ее матери, чтобы она приехала за ней, или же сама отвезла бы ее. Я думаю, что я правильно поступила, люди добрые. Это не то, что там я себя выгораживаю, или я хочу себя поставить там, не знаю, на первом месте, или еще что-то. Вам судить, люди добрые, вам судить. Но я говорю правду, то, что оно есть. Я ни одно слово не обманула. И декхандири солохады, мерно шаво солохады, мерно ром солохады. Кай никола пальцоса не трону. Кай меланды в целости, в сохранности. Мелана дердопи себе душевала ты помарил, манушал. Мелана думу клопка да, кай мела та не раз кай манушал. Потян тебе мади. Когда уже треба савить тебе сдели, или сау дело мерно шаву, или мэ. Кай ты помарас и та не раз кай манушал. Вот подумайте, люди добрые.
А видео было снято, еще раз вам подчеркиваю и повторяю, для того, потому что угрозы поступили от ее родителей, Катари Халавде, Катари Ракле. Из-за этого было видео снято, чтобы показать людям, что ее дочка рассказывает. Из-за чего мы вызывали ее мать, чтобы она забрала свою дочку. Из-за чего мы начали скандалить. Потому что, я думаю, любая женщина цыганская почует такие слова в своей хате, любая женщина цыганская сделает то, что я поступила, и так же само поступит, как я. Мы с асфальты полохадой ромнюри. Мы камалаская вон эти ты живен вместе там, мы лати все предоставляла. Когда мануша жанин, когда она куда каме хуховаварису или придумляйварису манушала, мы лати все предоставляла. Мы с аспалалата царпала песку бейяту. Но мы не виноваты, мы начинал, когда вылья, когда я лава, и чего вы начала, когда все ты думал. Ланико палащип нацедлась, ланико не заставлял. Ми камаска витривали манди, де сім'я, ми ждала внучку, чи внучка, нажена, усоко ти вдел-дела, чи внучку, чи внучка. От, але ми камаска, коли бояться, ти живе на місці. Ми камаска, вони в місті, та він. Ми не думала, як це вийде, коли ми ще от живемося. Коли не з цього і живлі, начне це виловати дилдунок. Ми тобі діше їх подчеркую, коли ми нажанав, чи коли ще чимось, чи коли наче чимось. Ну факт тому, коли ви пенда, коли я лава. І ми сарбхурі жулі, ми повинні були коли поступити. Та він бахтали, манушали.